Привет всем подписчикам и зрителям моего канала. Приехали сегодня на нашу первую весеннюю рыбалку в этом году. Приехали с братом. Привет, привет. Заняли вот такое вот место. Мы хотели на нашу, но там все занято. Ну, мы летом тоже тут рыбачили. Сейчас будем пробовать. Взяли спиннинг, взяли донки, удочки. Так что будем пробовать сейчас. Сейчас будем раскладываться. Крючки у нас вот такие вот маленькие. Вчера ездили, большие были, ничего не поймали. А люди ловили с утра. Сейчас удочку закину, попозже буду донку закидывать. Будем пробовать и на донку. Так, удочка у нас готова. У меня место такое будет. Ну да. Тут? Ну ладно. Это значит тут. Ребят, первое. О, это кто? Это карась. Ты уже был как карась вроде. Не, он просто такой мелкий. Как... Так, ребят, сейчас будем закидывать донку. Надо оснастить ее. Так. А у тебя на удочке черви? Вот так вот это все выглядит. Вообще мелкая что-то, да. О, не, хотя нормально. Побольше, чем у тебя. Опа. Первый мой карасик за весну. Смотрите, какой. Ну, такой. Здоровенький. Вот, ребят, поклевка перешла на другое место. Да он его уже утапливал. Есть, ребят. О. О-о-о, ты гляньте какой. Зацепила я его за... О, смотрите какой. Нормальный такой. Ой. Да. На этого взял. Да. Закинем. Закидываю вот тут, рядом с берегом. Дальше пробовала там внутри. О, ребят, нет. Чё? Сошёл? Нет, тут. Взял прям вот тут, вот рядом с берегом. Попробовал закинуть, даже не ожидал, что возьмёт. Смотрите, как хорошо. Хорошо зацепилась. Донка у тебя клюет? Да, нормально. Блин, прям с
зацепился. Ну, такой. Приятно. Ребят, хотела бы немного сказать по поводу той ситуации, то, что вы вот в предыдущем видео, которое с рыбалки было, где я написала то, что вот это монстр, вот это, ну, название, все начали писать якобы я обманываюсь названием. Ребят, если вы, я обращаюсь сейчас именно к тем, кто писал мне такие комментарии, что нельзя так делать. Если вы не понимаете сарказма, зачем вы пишете? Этот монстр был, это та маленькая рыбка, которую я поймала. Я же даже сказала то, что брату, ты никогда такую в жизни не ловил. Не понимаю, зачем писать, если вы не понимаете, о чем даже идет речь. И хочу сказать спасибо тем, кто понял, о чем речь идет, то, что это действительно та маленькая рыбка. Спасибо за адекватные комментарии. А тем я еще раз говорю людям, которые не понимают, не нужно писать так, если вы вообще не понимаете, о чем ситуация. Вообще не понимаете, о чем идет речь. По-моему, клюнула у меня. Ну да, поскольку лежит. Кинула. Пришла вообще в другое место. О, идет. И кинула ближе к берегу, потому что тут глубина. О, смотрите, какой. Ну все, блин, одинаковые идут. Ни больше, ни меньше. Все какие-то под одну гребенку. Но хоть что-то есть. После зимы хоть что-то. Так, ты у нас идешь и плывешь. Вообще. О, видите, он прям туда ушел, потому что тут яма и тут глубоко вот у берега сразу. Так, надо... Ой, мотыля. Уже говорю, мотыля поменять. Есть? Что надо сказать? Лайк. Лайк? Ага. Покажи зубки. Зубки покажи. Смотрите, как палец залазит ему в рот. Давай, ты сможешь. Берешь палочку. Не, вытащишь? О, молодца. Зацепил тебя? Бай. Кстати, еще хотела сказать всем спасибо, кто скидывает деньги на мопед. Думаю, к лету, ну, к концу лета где-то соберу. Даже не ожидала то, что люди будут скидывать, а тут все отозвались, начали скидывать. Спасибо вам большое, то, что не проходите мимо, так сказать. Ну, я думаю, соберем к лету, там, к концу лета, не знаю. И буду уже сама ездить на рыбалку чаще. Чаще видео буду выпускать. Как говорится, с миру по ниточке и соберем. Да, еще, ребят, напишите в комментарии, вы уже рыбачили на такой, на открытой воде. Интересно просто узнать, у кого еще тоже уже начался клев весенний. Также можете написать, что вы используете, ну, на ранней весне, когда... Вообще прикормки какие, что используете, с каким вкусом. Я думаю, интересно будет почитать и мне, и подписчикам. Может, кто-то что-то узнает для себя новое. Да и так будет почитать интересно, как бы у кого как ловится. У всех же по-разному. Так что не стесняйтесь, пишите. Клюет. Ну давай, мы потом сейчас. Так, совсем хотела перекинуть, и вот взял. Даже непонятно было. Еще совсем давай. Фу, какой. Еще мелкие. А? Такие черненькие. Прикольные. Оп.
Скажи карась. Ну ты посмотри, скажи карась. Опять мелко. Я даже не вижу, как они цепляются. Поклевки, да, не видно? Да. Сейчас, ребята, такое мелко. Надо подальше кидать. Пошли, ребят, проверять ли. На всякий случай сразу снимаем. Ну чё? Ну не бьет? Там тоже не чутко было, вот тут. Есть? Ха. Как мы, ребят, все подобрали. Смотрите, какой спинку не. Куртка какая. Ну, поменьше, конечно, чем у тебя. Мы даже не слышали. Да, не слышали. А этот спиннинг, я кидал, ходил спиннинг свой, зацепил его, вытащил немного кормушку. Потом ты удочкой. Покажи, какой. Да не, давай оставим чуток себе, хоть домой возьмем. А где садок наш? Вон садок. Тянет. Ну что, ты есть? Да. Карасик. Один, два. Что это? Это наш любимый карась. Как на удочку. Как на удочку, да, такое. Ну что, ребят, да? Такого отпуска. Ко мне хочет. Не хочет? Ко мне хочет. А, к тебе хочет. Иди. Мы тебя спасаем. Спасаем. Пошла. Ну что сегодня, как рыбалка? Ну, мне понравилось после зимней. После зимней? Да. Ну, хоть такое, да? Да. Хоть что-то есть. Закончили мы нашу весеннюю рыбалочку такую. Ну, мне, честно говоря, понравилось, потому что поймали мы нормальное такое количество. Вот. И на донки половили, и на поплавок половили. Прям все очень было классно. Так что, ребят, ставим лайки, подписываемся на канал и ждем следующих видео. Всем пока-пока!